Люби розважатися. З вами програма «Party Time» про найцікавіші події нашого міста. З вами Яна Олізаренко на Фаворит ТВ. Если немного покопаться в памяти, то у каждого из нас всплывают какие-то воспоминания, связанные с лаунж-кафе «Миндаль». У кого-то здесь проходили свидания, дни рождения, праздники, посиделки с друзьями. И именно поэтому нам так приятно сегодня поздравлять лаунж-кафе «Миндаль» с 5-летием. Очень нравится кафе «Миндаль», мы постоянные гости здесь, постоянные гости этого мероприятия, как ты уже поняла, каждый год встречаемся здесь. Мы хотим пожелать этому ресторану, я бы так уточнила, процветания, побольше клиентов, и хотелось бы, чтобы в кафе «Миндаль» приезжали гости из других городов, посещали и смотрели, и мы радуемся, что у нас есть такое заведение. Это, я думаю, что и не много, и не мало. Это как раз тот возраст, когда только приходят планы, только ставятся цели. Что сейчас является вашей главной целью? Наша цель очень простая, и она не меняется. Это постоянное самосовершенствование. Как вы считаете, что все-таки удерживает людей, удерживает гурманов Харькова в вашем заведении? Во-первых, это то, что мы не стоим на месте. Вот, например, недавно наш шеф-повар «Миндаля» Александр Миргородский вернулся из Японии. Он как раз успел оттуда вернуться перед самым землетрясением. И привез оттуда очень много интересных новинок, кулинарных сочетаний и так далее. А вообще гости, как я считаю, ходят к нам потому, что они чувствуют, что мы относимся к ним с душой. И стараемся подарить им прекрасное настроение. Это пятерочка, которая там у нас стоит, ледяная фигура, добавился еще один нолик. То есть и встретились ровно через 50, через 45 лет и опять гуляли и отмечали у нас в ресторане свои наши день рождения, праздник, да. Ну, я желаю, что там мы всегда угодили наших гостей, что всегда были довольны, что мы работаем специально для вас и всегда добро пожаловать к нам. Я хотела бы пожелать «Миндалю», его руководству, его сотрудникам, чтобы у них процветал профессионализм. А, конечно, гости. Гости – это прежде всего. Работаем только для них. Отказа ни в чем для них нет. Ведь когда есть гости, сегодня такая энергетика, такая атмосфера. Я это почувствовала. Я просто всех обожаю. Я люблю наших гостей. Я люблю город Харьков. Я люблю пушку «Миндаль». Хотим пожелать самого всего хорошего, процветания, побольше клиентов. И особенно хотим пожелать, чтобы не забывали салон красоты «Мишель». Мы его представители, да. И мы с ними сотрудничаем, работаем, любим их и уважаем. Безусловно, ресторану «Миндаль» хочется пожелать и процветания. С днем рождения! Красивый праздник, красивая дата, 5-летие.
у них все на отлично, у них все на 5, и атмосфера, и уют, и гостеприимство, и обслуживание. Здесь создается впечатление, что мы с Анной Маховой уже спим, причем который месяц. Как не берут интервью, мы вместе. Хотелось бы пожелать, конечно, процветания, чтобы всегда приходили сюда такие же замечательные, добрые гости. Сбивает. Они всегда такие веселые, очаровательные, добрые. Кстати, очень хорошо поют. Ну, в общем, все классно. И хотелось бы пожелать, что еще, Женечка, хотелось бы пожелать, так... Чтобы было всегда так приятно, как сейчас. Конечно, да, приятно, весело, уютно. На самом деле все сказано, но если говорить честно, чтобы вся атмосфера, как всегда, лаунж «Кафе Миндаль» способствовала стильному отдыху, подчеркиваю, не модному, стильному, это... Важно очень. И всегда способствовала рождаемости. Лаунж «Кафе Миндаль» приехал экс-вратарь сборной России, а сегодня ярчайшая звезда диджей-сцены Руслан Нигматуллин. Прибыл я сегодня утром, конечно же, успел оценить гостеприимство, успел оценить прекрасное место, в котором сейчас нахожусь и в котором буду выступать. Вы любите посещать рестораны? Если да, то какие, может быть, с какой кухней? Конечно же, я определенно гурман и, конечно же, сам люблю готовить, поэтому очень так трепетно отношусь к кухне. Особенно люблю итальянскую и так же, как сам готовлю итальянскую кухню. Что, в принципе, должно быть в заведении, чтобы вы туда приходили вновь и вновь? Место должно обладать многими компонентами, то есть все должно быть в совокупности. Это и атмосфера. Наверное, даже на первом месте это прекрасная кухня. Сегодня наших гостей вы удивите своим сетом, и, честно говоря, для нас это очень большая радость увидеть вас в качестве диджея. Что вас, в принципе, сподвигло поменять так вот кардинально, можно сказать, профессию? Профессиональный спорт, к сожалению, рано или поздно заканчивается. То есть, как и у меня получилось, 30 с копейками, и все, на пенсию. Я стал перед выбором, чем заниматься. И случайно оказался в этом, в шоу-бизнесе. Телезрителям хотел бы пожелать успехов, удачи. И, конечно же, иметь цель, ставить себе цель и идти к ней. И, несомненно... Прежде всего, стараться ее добиться. Миндалю удачи, процветания и оставаться долго-долго номер один.